Всем привет! Сегодня у меня для вас будет видео о новом автобусном маршруте 403, который был запущен в этом году, 16 мая, вместо автобусов Т6 и Т43. Те были отменены. Данный маршрут обслуживается, кстати, электробусами, объединяет в себе два этих маршрута. Сейчас я нахожусь на конечной остановке Карамышевская набережная, и мы с вами поедем до конечной Прибрежный проезд. Проедем через метро Полежаевская, по улице Кусинена, или Кусинина, если кто знает, поправьте меня в комментариях, через Песчаную площадь, по Новой Песчаной улице, далее повернем на Ленинградский проспект и развернемся, поедем уже в сторону Войковской. Если видео вам было интересным, как всегда, я очень жду от вас комментариев, не стесняйтесь, пишите. Всем вам приятного просмотра и до новых встреч в следующем моем видео. А снять будет чего. Поехали! Следующая остановка – проспект Маршала Жукова. Пожалуйста, пешеходы, приложите свой билет, безлимитную социальную или банковскую карту к валидатору. Убедитесь, что на экране загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Проспект
маршала Жукова. Следующая остановка – улица Медники, дом 16. Выход к метро «Народное ополчение». Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Следующая остановка – поликлиника номер 115. Поликлиника номер 115. Следующая остановка – улица Мёрники, дом 4. Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону и движение транспорта. Дождитесь его остановки. Следующая остановка – МЦК Хорошова. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю. Thank you.
Карашова. Следующая остановка – улица Зорге. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную социальную или банковскую карту в валидатор. Убедитесь, что на экране загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Следующая остановка – метро Полежаевская. Во время поездки держите за поручни. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Метро Полежаевская. Следующая остановка – улица Пусинена, дом 9. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, позвоните социальную или банковскую карту в Эльдабор. Убедитесь, что не знаете, сгодится зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
Следующая остановка – улица Пупсина, дом 12. Во время поездки держитесь за поручень. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Следующая остановка – Центральный дом культуры ВОС. Центральный дом культуры ВОС. Следующая остановка – Международный центр научно-технической информации. Международный центр научно-технической информации. Следующая остановка – Песчаная площадь. Во время поездки держитесь за поручень. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Песчаная площадь. Следующая остановка – Вторая Песчаная улица.
Центральная улица. Следующая остановка – парк героев Первой мировой войны. Следующая остановка – Новопесчаная улица. Во время поездки держите за поручень. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Новопесчаная улица. Следующая остановка – Новопесчаная улица, дом 3. Новопесчаная улица, дом 3. Следующая остановка – площадь Марины Росковой. Площадь Марины Росковой. Следующая остановка – улица Лизы Чайкиной. Во время поездки держите за поручни. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Thank you.
Следующая остановка – метро «Аэропорт», Северный вестибюль, Финансовый университет. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю. Метро «Аэропорт», Северный вестибюль, Финансовый университет. Следующая остановка – метро «Аэропорт», Южный вестибюль. Следующая остановка – улица Константина Симонова. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную социальную или банковскую карту к валидатору. Убедитесь, что на экране загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Константина Симонова. Следующая остановка – спортивный комплекс «ЦСКА». Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендую не передвигаться по остановке и движению транспорта. Дождитесь его остановки. Спортивный комплекс ЦСКА. Следующая остановка – улица Константина Симонова. Во время поездки держитесь за поручень. Для вашей безопасности рекомендую не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки.
Константина Симонова. Следующая остановка – метро «Аэропорт», Южный вестибюль. При выходе не забывайте свои вещи, а забытых вещах не трогайте. Сообщайте родителям. Следующая остановка – МАДИ. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную социальную или банковскую карту к валидатору. Убедитесь, что на экране загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
метро Сокол. Во время поездки держите за поручни. Для вашей безопасности не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Стрешнева. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную социальную или банковскую карту в коридор. Убедитесь, что мы правильно даемся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Я не знаю, что это.
Стрешнева. Следующая остановка – Выборгская улица. Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендую не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Следующая остановка – пляж «Динамо». Во время поездки держитесь за поручни. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону при движении транспорта. Дождитесь его остановки. Следующая остановка – метро «Водный стадион». Не выходите и забывайте свои вещи. А забытые вещи не требуют. Сообщайте водителю. Стадион. Следующая остановка – Полковская улица. Пожалуйста, при входе приложите свой билет безлимитную социальную или банковскую карту в аэропорт. Убедитесь, что на экране загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Поступайте на старшим победам, пожилым людям, пассажирам детей и беременным женщинам.
Курковская улица. Следующая остановка – Флотская улица. Во время поездки держите за помощью. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону и движению транспорта. Дождитесь его остановки. Следующая остановка – Северный речной вокзал. Выход к метро «Речной вокзал». При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай. Сообщайте водителю. Выход к метро «Речной вокзал». Следующая остановка – Северный речной порт. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную субстанцию или банковскую карту до работы. Убедитесь, что на экране загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Поступайте на стартинку билет, жилым грузом, пассажирам пикар и деревьям пунки. Северный речной порт. Следующая остановка МФЦ Левобережный и Молженинский. Держите за помощью. Для вашей безопасности рекомендуем не передвигаться по салону в движении транспорта. Дождитесь его остановки.
МФЦ Левобережный и Молженевский. Следующая остановка – Беломорская улица. Следующая остановка – Прибрежный проезд. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогайте, сообщайте водителю. Прибрежный проезд.